Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня у нас уже 25 декабря 2017 года. И я хочу сделать небольшое объявление нашим гостям, посетителям. Кто тут, друзья, не друзья, заходят на наши ресурсы. Для меня главный ресурс был сайт. Вот я могу его показать. Сайт. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Очень и очень богатый. Легко переходить на форумы. Только нажал и на форуме. Нажал здесь на видеоканале. Сразу приходишь. Вот она, где есть. Я не буду нажимать, потому что она мне тогда возвращаться трудно-то. Ну, и самый любимый мой ресурс – это мой мир. Вот он. Как. И я ставлю... Сначала работал по форуму. Ну, форум мой. Вот он как выглядит. Его видно. 1600. Тем разный, богатейший. Вот. А это вот YouTube. Сделали мне это как игрушка. Каждый день я работаю. Вот сегодня я встал 2 часа ночи. Там 10 минут, кажется, третьего было. А наши стоят 4:40. И все. Больше я не ложусь. Ложусь я пораньше. Теперь силы уже нету. В 9 вечера. А братья отдельно сидят. Тут пока печку затоплю. И тогда ролики это ставят в другом месте. Администрация, модераторы работают. Тут кто-то спонсирует. Нас человек 12 там работает. А теперь еще 3 прибавилось. И с сайта и отдельными файлами теперь выставляется, что Златоуст, который я насчитывал, жития святых, которые насчитывал, Библия насчитана, архипелаг ГУЛАГ, книги, встречи с людьми, они лежат на сайте. И вот здесь вот я как бы не сказал на сайте. Все здесь, вот оно. Видео, вот звук и видео. Я нажал его, звук и видео. Вот оно показывается. Библия, Солженицын, Златоуст, жития святых, добротолюбие. Сейчас на Дьяченко работает. Новиков, Сергей Александрович. И они лежат здесь, материалы. Отзывы, не отзывы, ничего нельзя сделать. Я молился все время, чтобы Господь дал мне... добрых помощников, наставников, советников. 37 лет молился. И ответил Господь вот месяц назад только. Внезапно, без моей просьбы, я их не знаю, людей. Сразу несколько человек. Один из Америки, Крючков Андрей, занимается аудио Златоуста. И сейчас уже выставляет. Другие занялись именно книгами. Вот Новиков Сергей Александрович, он обработал все до одной моей книги. И даже стихи, которые не были изданы. Вот у меня 30 томов, а на самом деле 33. И плюс 4 книги стихи. Ну, проповеди в стихах называются. По 800 страниц. Он сделал их так, что они сейчас здесь прочитываются. Там симфония у меня, книги, 2 симфонии. Вот если вот он, Сергей Новиков. Показать его, где он. Новиков Сергей. Вот что-то он отвечает. Фотографии, текста. Наверняка очень много. Примерно на несколько... этапов. Начало жизни, учеба и работа вплоть до 27-го. Власть всерьез обратила на вас внимание. Ну, вот так вот. Он так все выбил. Уже, я ему только что скинул материал. Называется так он. Да. Видя вашу добросовестность и талант, могу ли попросить вас также создать видеоролик с моей биографией до дня освобождения? По тем же названиям, как я пришел к Богу и как была создана община. Здесь 1384 фото со мной. Выбор фото отдаю вам. Но 2 документа можете сразу же заметить. Грамоты митрополитов ко мне и обо мне. Ну и дальше я вот так вот, указание вот так он нажмет только. И вот сразу пошли фотографии. Ну, 1380 фотографий. Вот он. И он хочет разбить. Ну, вот так это, Новиков. Сергей, что-то опять он вошел. Что-то пишет. Видите, как он только написал. Так, тексты, фотографии, текста наверняка очень много. Да, это правильно. Начало. Власть всерьез обратила внимание. 3. Они, огни и воды, и медные трубы. Ну, понимаешь как. Я ему покажу, где это все взять, он сам все это выберет. Вот. Но дело в том, что внезапно система стала меня блокировать. Не меня, может быть, и другие что-то изменились. Вот, допустим, я выставил вот сегодня сколько роликов, и я не могу их, а начинаю вот с этого момента. Вот это еще выставил, а дальше никак. Собрание
тут шарахили, успела побывать в храмах. И все, я как делаю? Допустим, вот мне надо сейчас вот это вот собрание перенести. Вот так, в таком виде. Я сейчас нажимаю правой кнопкой. И здесь вот внизу копировать адрес ссылки. Это очень просто делалось. Я скопировал. Теперь открываю мой мир. В моем мире нажимаю видео. А видео то 7846. Нажал видео. Вот опять добавить видео вверху. Все. Теперь вот сюда вот правой кнопкой. Вот внизу по ссылке из интернета. И вставить. Вот слово вставить. Вставить. Что-то у нас собрание было. Когда в альбом. То есть плейлисты. Куда? И собрание. Вот я нажимаю собрание. Теперь добавить. Все, работа окончена. Это с такой скоростью. Но теперь подождать надо. И сохранить будет. И она все время сохраняла. Ну, 7 тысяч я уже как бы поставил-то. То есть прямо, вот сохранить, все, вопрос снятый. Теперь я снова захожу сюда. Теперь вижу, что Святая Библия. Вот это сегодня я выставил 10 роликов. Каждый день выставляю 10-13 роликов. Так, опять копировать. Скопировал. Захожу опять в мой мир. Нажимаю видео. Опять добавить видео. И вот по ссылке из интернета и внизу правой кнопкой нажал. Вставить. И, ну и мое видео. Что там? Библия была. Теперь я смотрю, где у меня Библия. Продергиваю. Ну, плейлисты это идут все. Ага, вот Библия святая. Вот она. Я нажал ее. Все. Она вот высветилась. Библия святая. В этот альбом заносит. Добавить. Все. Ну, с такой скоростью. Так хорошо было. Вдруг все. Ошибка, ошибка, ошибка. Не берет. Теперь, чтобы мне перенести, это надо времени, ну, примерно в 20 раз больше. У меня нет этого времени. Сохранить. Все. Ну, а теперь я захожу и вижу, что она не делает, не переносит. Что я тогда делать должен? Ну, вот скажу маленький, Ян Златоуст. Вот он стоит. Ян Златоуст. Как? Я вот сейчас его копию делаю. Нет, вернее, надо как? Вскрыть. Вот так, вскрыть его. Вот она форма уже появилась. Виктор Николаевич говорит. Вот здесь вот теперь по-другому должен делать. Как? Вот сейчас здесь она найдет. Вот зелененькая где. Нажимаю справа кнопочку. Скачать. А где скачать? Ну, подешевле. 360. Пикселей тут сколько? 360. Вот вверху зелененькая. Вот она пошла. Ну, это маленькая проба. Это минуты. Переписывает. Ну, быстрее, чем у меня обычно. Вот она идет. Вот посмотрим, как дальше заканчивается. Вот она. Святой Ян Златоуст, выйди отсюда, не будем слушать праздные речи. То есть не болтать, не анекдотами заниматься. Это проповедь Яна Златоуста. Виктор Николаевич Савченко считает в храме в Потеряевке. Я его выставил, она туда-то не могу перенести. А люди никуда не идут, только вот привыкли на одном месте. Стоят, это как охотник. Убил зайца под кустом. И теперь всю жизнь ходит под этот куст. Ну, зайцы там другое место перешли. Ну, я тут убил. Ну, теперь вот все, она перешла. Святой Ян Златоуст. Сейчас мы посмотрим, где она перешла. Есть или нет она на экране. Святой Ян Златоуст. Нету. А где она? Вот уже компьютер, вот вверху в левом углу. Я открываю. И здесь написано, вот, загрузка. Вот слово загрузка. Я нажимаю. Ага, вот он, Златоуст. Она туда гонит их. Я его выкидываю. Вот я его вытащил. Все, теперь он у меня на экране. Златоуст. Святой Ян Златоуст. Но мне надо туда переставить. Я снова захожу. Смотрите, сколько теперь работы. Открываю. Вот здесь вот. Это мой мир. Опять. И теперь нажимаю. Мне надо видео. Нажимаю видео. Но у меня ничего с собой нет. Опять добавить видео. Вот нажимаю. А вот теперь она выбор. Выбрать файлы. Теперь надо выбирать. Я нажимаю «Выбрать», а вот он где, выскочил, «Святой Ян Златоуст». Я его нажимаю «Открыть», и началась переписка. Вот она, «Святой Ян Златоуст», выйди отсюда, 2%, 3%. Сейчас она будет его закачивать. Вот я просто показываю один раз до конца. Я вас никак не могу убедить, чтобы вы перешли на YouTube. Мне смысл-то какой дублировать? У меня могло и не быть. ВКонтакте тебе не поставишь. В Одноклассниках нельзя быть. Все на сегодняшний день. Я помучился и ночь, и день, и ничего нельзя сделать. Никак. А как помучился? Ну, я сейчас покажу, как. Вот смотрите, я заново открываю. Мой, где она? Мой мир. Вот Mail.ru, кажется. Вот это вот. Если я правильно понял.
Вот. Мой мир. А теперь я захожу, вот почта. Проверить на почту. Она на почту скидывает все данные мои. Смотрите, что получается. На почту. Вот. Я выставляю, она пишет. Такой-то ролик собрания ошибка. Изучение Библии ошибка. Архипелаг ГУЛАГ ошибка. Святая Библия ошибка. Святой Иоанн Златоуст ошибка. То есть вот сколько утро заставлял я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Везде ошибка. То есть она не приняла ничего. Не приняла система. Но раз не приняла, то тут и разговаривать не о чем. Я должен что-то делать. Вот я теперь снова должен так вот в мир толкнуть, в мой мир. Она сейчас туда перетаскивает. Вот кому день рождения, попутно сказать, вот я что делаю, попутно день рождения. У меня заготовка, день рождения, что не надо праздновать его. Я его копирую, а то у меня, ну, заготовка на все есть. И теперь я снова к нему захожу. Снова захожу. Вот этот вот, а кто-то непонятный. Фамилия, что-то я не прочитаю какая-то. Эдуард Рухберг. Гражданский брак, а где он непонятно живет. Ну, не важно дело. Я его сейчас скажу ему. Сообщение отсутствует, диалоги. Теперь я ему вот это ставлю. Не то. А? Не то скинули ему. Ну, как не то? А то? С днем рождения, правильно, дорогой брат. Ага. Да правильно, что праздновать не надо. И все. Так, минутку. Слава Иисусу Христу! Татьяна Кузьминична Капустина, старшая сестра меня проверяет, как живой я или нет. Вот теперь от него я опять через мир могу и сразу перейти. Опять нажимаю «Мой мир». О, а тут другой празднует. АР. Ну кто? Ну не важно. Я снова нажимаю, это утренняя работа. Написать сообщение. Написать сообщение с книгами. Будем знакомиться. Это она говорит. Какая-то принята мной была. Все. Я ее сюда. Здесь все, наш форум показано. Ну и теперь я могу крестик вот справа нажать, чтобы мне выйти на свое. Опять вот где Игнатий Лапкин, я нажимаю. Вот. Я зашел сюда. Так. Ты что получилось? Посмотрите. Нету? Нету еще. А что? Не... А вот 93%. Вот она где идет. Сколько? Сколько время прошло, я занимаюсь, она закачивает. Там требуется несколько секунд. А если у меня большая, там бывает часа полтора, тут не выйдешь, все время надо ждать. И вот теперь 100% сохранить. Я сохранил. Вот, я теперь снова захожу сюда и проверяю, что он стоит, не стоит. Вот обновление, вот такая кривая. Вот. Нету, почему-то нету, а почему нету, непонятно. Она должна уже, но не успела. Великий пост, вот она, Святой Иоанн Златоуст. Выйди отсюда. Святая Библия не прошла. Рахиль успела побывать. Посмотрите все. И вот я сейчас еще раз обновлю, и она должна уже зайти. Нету. Ну, маленько, через минуту она только правится. Это все время это идет. Поэтому прошу вас всех поменять, приходить вот сюда вот. Просто по-русски зарядите YouTube, просто найдите YouTube и зарядите православный видеоканал «Открытым оком о свете Библии». Просто православный видеоканал. Забудьте просто канал Игнатий Лапкин. Но это запомнить можно. «Во свете Библии» или «Открытым оком» добавить нужно. И сразу вот сюда вас вынесет. Ну и выйдете, и теперь все будете считать. Дальше разбирайтесь. «Мой мир» заблокировал для меня. Кто знает, как разблокироваться? Ну, мне один подсказал, говорит, F. 5 надо нажимать вот здесь вот, и оно не будет. Правда, я сделал, дня два работал, сейчас опять запечатали, нажать несколько раз бесполезно. Я нажимаю вот, а ничего это уже не дает мне. Не дает. Вот. Интересно, я попутно хотел показать. Посмотри, у меня ногти какие. Не видно? Видно, нет? Так... Черное. Это мы бревна там, не бревна, а жерди брали, и мне придавило. Придавило, ну и там кровь образовалась, и... Вот приехали за два месяца, сколько наросло. Когда ну, полностью черноту сдвинет туда, тогда я могу посчитать, ну сколько дней, 100 дней, а прошло 1 сантиметр. Ну и сколько в один день ноготь нарастает. Это я к примеру сказать. И вот здесь теперь в мой мир, вот сюда вот заходить, вы только можете старые, которые видео 7840, не покидайте его. Он очень богатый. Ну, друзья, у меня 4270, вот.
Фото 21 тысяча. Наши фотографии, наши, не чужие. 21 тысяча, и они разбиты. Вот смотрите, я нажимаю фото. Вот открыл. Смотрите как. И сразу, какие плейлисты? Из корзины прежде забракованного. Митрополит Сергий, документы, помощь нуждающимся, крещение. Дальше. Показать еще 24. 24 плейлиста это. Вот теперь голуби. Вот дальше еще. Это 24 сейчас пройдет. Опять 24. Еще 24 на 24, 48. 48 папок. 44. Еще 13. 40. И вот это, пожалуйста. И здесь моя. Вот где моя? Вот она. Мое фото. Мои фото где-то тут. Я делал 13. А вот фото со мной. 1384. Крущина. Крестовоздвижническая община. 884 фото. Брак, венчание. 843. Ну, большие. Очень даже большие. И дальше вот они идут. Вот, допустим, фотография. Я сейчас нажимаю ее. Она увеличится. Это я арестованный. Меня ведут. Тут отзывы справа. Ну, очень удобно. Сильное фото. Взгляд проницательный. На меня. У молодого Игнатия. Алые гвоздики, как символ крови Христа. Это мне бросали друзья, когда меня вели. Иоанна 5:24. Истина, истина, говорю вам. Слушающий слово мое, верующим, пославшего меня, имеет жизнь вечную. Дальше. За какие грехи? Ну, другие отвечают, какие грехи. Советская власть находила. Вот так. Так что я сегодня специально попросил, чтобы сняли ролик. Я его буду выставлять. И он стоять будет последний здесь. Чтобы переходили с моего мира. Вот я показываю мой мир. Вот мир, в моем мире у меня две страницы. Но где в шапке, вот это рабочая. А где я с голубем, так контрольная. Ну, то модераторы так сделали по моей просьбе. Ну, а теперь что? Теперь надо заходить на наш канал. Вот, заходите. Видите, Виктор здесь. Тут все абсолютно есть. Вот он, видеоканал. Ну, все на этом. Бог, помощь каждому. У меня времени уже нету. Богу слава.